подождать, пока она прогреется. Точнее, на газ перейдет. Ух, там дубок на улице. Сейчас оборудовать модуль, поедем. Время 5.18, 14 ноября. Вот, очень вот. Теперь, в принципе, можно ехать. Маршрут такой получается неплохой. Жнуково 3, Маяк, Красный Маяк на Варшавке, Некрасовка в Люберцах, на Березинку и Химки. Маршрутик такой неплохой. Могу что-то не успеть. Вот сейчас едем во Внуково. Вот сейчас будем подъезжать к Внуково 3, ОТС-центр. Там этот дурацкий этот самый. Точка такая разгрузочная дурацкая. А здесь все стоят. Тоже вот встану, блин, как эти. Так, нам вот сюда вот. Да, даже навигатор находит. Вот сюда, вот.
вот и сразу сюда. Ох. Пойдем документ получать. Пропуск, точнее. Езжаем на территорию. Сейчас вот так положу. Опа. Вот здесь вот надо будет потом показывать, что ты типа еще там везешь. Может, не оставалось бы ничего в кузове. И нам вот под это крыльцо. Вот под это крыльцо. Интересно, примут меня, не примут. Хрен узнает, еще надо место найти. Ну, сейчас найдем что-нибудь поближе к курилке, к переходу. Вон, блин, есть. Вон, есть вообще замечательное место. Ты паркуешь. Все, и нам надо вот сюда, вот в это крыльцо. Сейчас пойдем туда. Холодно, блядь. Ну, теперь очень холодно. Даже на камеру, блин, вообще снимать нельзя, блядь, на самом деле, ну ладно. Разгрузка документов. А? Посед. Ждем, сейчас подадим документ. Документ подали, сидим, ждем теперь. Сколько ждать нельзя? Ну, значит, сидим мы в Шарапово 3, ой, во Внуково 3. Значит, у нас один торг. Сюда, к сожалению, с телефонами нельзя. А вот торг — это когда возвращают тебе какую-то вещь, да, твоего груза. Вот. Маленькая дырочка, но типа не хотят на себя брать груз ответственности. Типа это полетит потом в МВидео, еще куда-нибудь. Типа не хотят, чтобы они за это платили, да, вот эти контролеры, кто там. Приемщик и так далее. Вот, значит, поставили на ворота меня в 12.30, 12.20. Время у нас 13.51. Ждем. Выгружают они здесь по одной позиции на один палет. Если есть одинаковые, то складывают на палет. А так, если приезжаете с россыпью, это, откровенно говоря, капец. Ну вот, время 3 часа, мы только выезжаем. Пиздец, блядь. Охренеть, блин, что горит, а? Вообще жесть. Жесть, ё-моё, вай. Вай. И это в Люберцах. Ох, сколько всего тут. Ой, ужас. Короче, вот это вот все говно надо выгрузить. Сейчас вот сюда выгрузимся. Ну вот и все, на сегодня рабочий день закончен. Ура!